В Самарской филармонии стартовал проект «Музыкальные династии». Он посвящен тем, для кого музыка – это семейное и призвание, и дело всей жизни, причем сразу нескольких поколений. О традиции, которая стала профессией, Татьяна Пудова. Редкий случай. Вся семья на одной сцене. За роялем Сергей Загадкин. Скрипичную партию исполняет его дочь. Глава семейства признается, шансов выбрать другую профессию просто не было. Какие могут быть варианты у обычного самарского мальчишки? Неужели только один и игра на фортепиано? Я всегда, так сказать, выступал против этого бурно и так далее, но сломали родители, бабушка, слава богу, так сказать, которая со мной занималась. Ну а потом уже как-то все оно пошло по накатанной. То есть дорог много было, ну вот получилась одна. Мать Сергея Загадкина заведовала фортепианным отделением музучилища, а отец был концертмейстером симфонического оркестра филармонии. Мой дедушка работал в филармонии около 50 лет. И из этого времени, достаточно долгое время, лет, наверное, 40, он сидел концертмейстером, первой скрипкой. То есть это, наверное, дань уважения старшему поколению была отдать меня на скрипку. Ну и плюс это просто красивый инструмент. Александр, сын Сергея Загадкина, тоже пианист. О том, что выбрал музыку, не жалеет. У меня были идеи, что можем пойти в медицинский институт. Я как-то себя видел в роли доктора. Даже сейчас иногда подумаю, что из меня получился бы замечательный психолог. Ну, как-то музыка – это призвание все-таки. О музыке в их доме говорят 24 часа в сутки. Сейчас в семье Загадкиных подрастает внук, возможно, тоже будущий музыкант. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, «Новости губернии».